Пацаны, всем здорово! И девчонки, кстати, тоже. По традиции, приветы летят. Уфа, Башкирия, Челябинск, весь Урал огромный. Вообще, дорога Уфа-Челябинск – это одна из самых интересных дорог, где я ездил вообще. Курган тоже привет. Ну и вообще, передаю привет всем, абсолютно всем, кто сейчас меня смотрит. Вот ты, да, тебе тоже передаю привет. Да, кстати, я заметил, что очень многие из вас, больше половины, смотрят видосы без подписки. Так вот, я спешу вас заверить, что дубасить здесь мы будем еще очень долго и очень продуктивно, так что смело подписывайтесь. Для этого всего лишь нужно нажать на значок, вот здесь вот в уголку, и, как говорится, гоу! Сегодня, парни, для начала мая у нас просто прекрасная погодка, плюс 26 градусов. Можно сказать, аномальная жара такая. Я решил немного уделить время чистоте машины. Это тоже важно, намного приятнее будет. Опа, какая-то заглушка. Это с бампера, что ли? Да, это с бампера заглушка. Вот она здесь, оказывается, лежала. Но здесь она без усиков вообще. Для чистки буду использовать такой способ. Намешал химии, перемешал с горячей водой. И сейчас, соответственно, буду наносить все это дело вот так на багажник. Наглядный пример, вот как было и как стало. Кстати, ребят, помните, я в прошлом видео говорил, что есть идея растонировать машину до конца. Так как, в принципе, здесь присутствуют такие вот шторки, смотрите. Вот, то есть без них вид, а вот, соответственно, с ними, да? То есть, в принципе, в любой момент, там, если тебе хочется заднюю полусферу тонированную, ты можешь шторки поднять, и все, вуаля. Дело в том, что мне очень нравится, как выглядит нетонированный седан с черным кожаным салоном. Мне кажется, это вообще самый сок. Сейчас, значит, пылесосю и решил посмотреть, что там у нас по тонировке. Я переживал очень за заднее стекло, потому что здесь, видите, подогрев. Сегодня я не проверял, но, по-моему, он работает. И я обратил внимание, как легко сдирается пленка. Как с лобовым стеклом, помните? Я отодрал, там никакого не клея, ничего не было. Смотрите, это сейчас просто спонтанная акция. Вот, в принципе, я не вижу здесь угрозы сейчас, чтобы повредить там нити обогрева вот эти. Вот так, то есть, вертикально было. Исторический момент. Эх, кто-то деньги платил за эту тонировку. Я не знаю, вот это заднее стекло закатать, наверное, 1000-2 будет стоить. А я, наоборот, разрушитель. Вот оно. Вторая половина, в принципе, готова. Что могу отметить вообще? Такие вот коробочки обнаружил. То есть они как-то не закреплены, вот так вот болтаются. И здесь вот такая же. Надо будет загуглить, что это по номеру. Что это такое? Здесь на изоленте, здесь на изоленте. Подозреваю, что что-то связанное с подушками, наверное. Сейчас чистил машину, значит, такая странная вещь произошла. Разом все стекла опустились наполовину. Ну, как бы опустились. Я вставил ключ, поднял их назад. Оказывается, не просто стекла еще опустились, а еще щеколды закрылись. Сейчас немножко пошел дождичек. Я думаю, загоню-ка машину в гараж. Закрываю эту дверь. Все остальные двери закрыты. А в итоге оказалось, что реально все двери закрыты, и у меня вот сейчас ключ внутри там. Единственный у меня открытый элемент – это багажник. Но между салоном и багажником находится холодильник. Коврики надо спрятать. Карточку вот нашел в Беровскую, но она уже просроченная, до 2018 года. Так что и кто-то из бывших владельцев, если терял карточку, вот она была в подлокотнике, получается, под вот этой
резиночкой. Придется, наверное, стекло разбивать. Сейчас вот эту я сниму, но, по-моему, здесь... А, она откручена у меня уже. По-моему, здесь без вариантов вообще в салон добраться, да, вот. Значит, есть личинка в моем распоряжении, которую можно снять и по ней, в принципе, сделать ключ. Это вариант первый. Здесь получается никак не добраться. Я посмотрел, даже холодос, если как-то выломаю отсюда, там очень маленький лючок такой. Остальное все железными панелями закрыто. Можно попробовать отогнуть. Вот здесь дверь, конечно, но она очень толстая. Ну что у нас остается, получается? Эта дверь же под замену. Сейчас, не знаю, я загуглю, посмотрю, как двери вообще продаются, в каком состоянии, со стеклом, без стекла. Если дверь продается, допустим, со стеклом, можно сейчас расколотить, стекло будет. Если двери продаются, ну, как правило, там без стекла, то есть, чтобы дополнительное стекло не покупать, придется брать болгарина и как-то здесь вот изображать что-то, изобретать. Не знаю, вот так вырезать там окошечко и туда руку просовывать. Конечно, на ровном месте вообще проблем себе заработал. И сегодня, конечно, я не успею ни почистить салон, ни уже через 2 часа стемнеет. Да и дождь уже. Тучки такие достаточно серьезные. Ну что, посмотрел по дверям предложение именно в цвет. Там пару дверей, одна без стекла продается, одна со стеклом, но там не написано под покраску, не под покраску. Я-то хотел как бы вообще без покраски, ну, говорю, выбор был побольше в прошлый раз, когда смотрел, что-то протянул, и вот, как видите, сейчас экстренная ситуация такая. Железяку точно дверь менять, правую. Принимаю решение сейчас спилить железяку, потому что уже через 2 часа стемнеет, у меня машина, вон, смотрите, стоит вот таким образом. То есть я не могу ни воротины закрыть, мне здесь что, ночевать, ночью не спать здесь, что ли, караулить. Сейчас позвонил по авторазборам, никому не дозвонился, рабочий день уже кончился, завтра 9 мая. Ладно, ничего, прорвемся. Как говорится, пилите, Шура, пилите. Пилите, Шура, пилите. Да, и кстати, я понимаю, что постанова метра сейчас, наверное, зашкаливают там, ну, блин, вот мне дурью, вот мается сейчас время терять, сейчас я не знаю, сколько провожусь, допоздна, наверное. Самому особо не хочется, так что, ребят, как бы извиняйте, что есть, то есть. Да, блин. О, может добраться как-то вот здесь вот до ручки. Тут можно порезаться нифигово об вот эту штуку. Вот толщина металла. А, ну тут еще шпакля. Тросик какой-то. Походу придется дальше пилить. Да походу нафиг никуда я не дотянусь. Пилите, Шура, пилите! Дверь я сейчас поменяю очень быстро. Здесь находится дверная ручка. Попробовать вот здесь сейчас все это подпилить. Мне нужно по максимуму сохранить все, кроме железки, ну и дверной карты хотя бы. Всю вот эту внутрянку, потому что я не знаю, голую я дверь куплю или не голую. Вот уже интереснее. Вон уже видно ручку. О! Но что-то не открывается. Что не открывается? Вот такой вот зажимчик, в общем, который вылазит. Ну и можно, в принципе, им ключи подхватить. Опа! Руку затащил. И все, сейчас играть.
Блин, вроде хватается, но не хватает зацепа вот этого. Еще, допустим, если я просто стекло бы разбил, минус такой, что салон бы засыпало стеклом нафиг. Это не очень приятно. Вот, ну и стекло я сохраню, получается. Зачем дверку распилить? Да у меня машина закрылась с этими, с ключами внутри. Че, по-другому никак, что ли? А мне дверь менять, она мята. Я на разборке вот как раз хочу купить на днях. Вообще хохма, блин. Ты хоть обшивку не пили? А у меня же обшивку тоже, она уже лежит в этом. В гараже у меня. Так, вроде зацеп появился. Блин. Странно, что гаишники здесь появились. Может, вообще вызвал кто-нибудь? Типа такая ситуация, это не рядовая. Нашел такую длинную арматурину. Так, давай. Опа! Ну вон они уже близко. Достал. Охренеть. Фу. Вот так это все выглядит снутри. Какой казус получается? Дверь не открывается. Ни внутренней ручкой, ни наружной. Завтра я буду усиленно искать дверь на замену. В первый рабочий день я сделаю себе личиночку вот такую, дубликат. Я понимаю, что если я вот эту штуку потеряю, просто у меня машина в тыкву превратится. Нашел дверь на BMW участника, то есть по авторазборам не получилось. Сегодня 9 мая, сами понимаете, праздник, все отдыхают. Нашел участника, правда, придется достаточно далеко выехать за город за ней. Вот, но зато, как человек говорит, дверь в сборе, дверь черная, Black Sapphire, она не требует покраски. Цена 6 тысяч рублей, сейчас поехал смотреть, ну и надеюсь покупать. Посмотрите, что там сзади едет. Купил дверь, в общем, все за 6 тысяч. Она с правого руля, то есть там небольшое отличие есть, но я думаю, мы это победим. О, инспектора. В общем, каким-то образом мне удалось сейчас открыть дверь, отщелкнул внутренней ручкой там. То есть ручку потянул на себя и плюс потянул еще вообще всю эту конструкцию туда, в сторону лобового стекла. Таким вот способом я дверьку достаточно нелегкую поднял, наживил сейчас вон болтики. Ого! Ого! Вы видели? Отлично, доводчик работает. Хотя бы доводчик здесь есть. Два отличия на первый взгляд. Вот это раз, и стекло два. Что это такое? Это свет? И что, зачем это? Прям реально фонарик. Видите, с отражателем. Но спрятано в колбу такое все это дело.
ребят, уже следующий день. Расстояние, на которое мне нужно опустить стекло, примерно вот такое. То есть это 14 сантиметров по мануалу, то есть, который я нашел в интернете. Получилось у меня примерно такая конструкция. О, вот так нормально, да? Ребят, смотрите, раз уж я сюда полез, хочу показать наглядный пример, как снимается ручка дверная. То есть вот она вот здесь вот так у нас должна стоять. Соответственно, с этой стороны, видите, здесь клипса есть. Через эту клипсу, то есть, вон, видите, проушина есть. Там нужно, по идее, специальный инструмент вставлять. Вы его вставляете и легким ударом производите вот такое движение. И ручка беспрепятственно вот так достается. Хочу показать вам, для чего вот эта лампочка была, обычная галогеновая лампочка, видите, она стоит внутри двери, там, внутри обшивки, вот в такой колбе непрозрачной. То есть, что она подсвечивает? Здесь светит лампочка. Светит она вот сюда. А сюда вставляется вот этот вот световой канал. По этому световому каналу свет идет, вот он, больше метра. И в итоге вот этот свет появляется в ручке. В дверной вот так он здесь появляется. Я не понимаю, зачем так мудрено сделано. Нельзя было вот здесь просто лампочку вставить. Но мне сейчас всю вот эту проводку надо как-то вот туда в дверь уложить, а эту, соответственно, убрать. Вот наглядно видно отличие получается двойного стекла от одинарного. Толщина у них одинаковая, чуть больше 5 миллиметров. Отличие получается в крепеже в нижнем. На двойном стекле здесь пластиковая такая стяжечка стоит. А на одинарном получается это в стекле вот эти отверстия находятся крепежные. Соответственно, чтобы поставить двойное стекло, нужно оба уплотнителя снимать с дверей. А чтобы одинарное, только один уплотнитель внешний снимается. Ну и вот видно, как два стекла склеены. Два тоненьких стекла склеены. А здесь вот просто оно одинаковое. И вот это стекло зеленоватое, это с японской машины, с праворукой. А вот это белое полностью стекло. На автомате. Слушайте, ну нормально вообще. Я переживал, что надо будет что-то еще дополнительно настраивать. Справа это дорестайлинговый динамик, а слева рестайлинговый. Ну, невооруженным взглядом видно, что дорестайл намного серьезнее. Ну, вот такой видосик получился, который начался с обычной химчистки, а закончился заменой двери, которую я давненько уже откладывал на потом. После того, как я выложил прошлое видео, как обычно, зашел в комментарии пообщаться с вами, и очень много отзывов было от вас, что давай соберем на ходовку, сделай стрим, донаты, там укажи карту. В принципе, указал карту в описании, и спасибо огромное тем, кто скидывается. Постараюсь максимально рационально их использовать на покупку запчастей для ходовой части машины. По двери, значит, какая ситуация? Вот, смотрите. Вот так все закрывается. Вот скотч использовал для регулировки петель. Сейчас прикручу сюда зеркало, дочищу салон, показывать уже это не буду. И так уже много времени у вас отнял. В принципе, технология моей химчистки, я думаю, ясна, да, по багажнику. И в следующем ролике уже покажу финальный результат. Ну а также новые приключения Бэхи в Новосибирске. Все, всем удачи, жду вас в комментах, заходите, ставьте лайк. Все, всем счастливо, пока!